Всем привет! У меня сегодня счастье! У меня сегодня первый официальный запрос на Ютубе. Так приятно, что это у меня не просто какая-то такая балаканина с камерой, то есть не просто болтовня на камеру сама с собой, а действительно мои видео смотрят, и кому-то это даже интересно, и кто-то даже спрашивает, что-то чем-то интересуется, как у меня что-то получается. Поэтому я счастливая, я окрылённая, я вас всех люблю! Ладно, все, хватит полемики. Перейдем к запросу. Запрос пришел на то, где я храню, в чем я храню косметику. Поэтому я все покажу. Ну, во-первых, мы сейчас находимся у меня в спальне. И вся косметика вместе с моей основной частью ухода находится именно здесь у меня в спальне. Сейчас мы стоим перед зеркалом моего, как это называется, туалетного столика. Да, возле моего туалетного столика. Вот, посмотрите. Вот что находится под зеркалом. Это тубус Makeup Forever для кистей. Там внутри хранятся мои кисточки. Это такая косметичка, да, мешочек прозрачный Makeup Forever. Здесь внутри находятся те средства, которыми я пользуюсь для себя каждый день. Да, такое личное, очень простите. Вот. Здесь вот кисть Kabuki. Здесь вот эта основа под ресницы, которая стала моим must-have. Здесь блеск для губ Calvin Klein такого фиолетового цвета. Это пришло бесплатно с клубнички. Это палетка корректоров, корректирующих консилеров. Это блеск для губ от Guerlain с UV-фильтрами. Здесь палетка с сухими корректорами Makeup Forever. Здесь кисть Kabuki от Art Deco. Здесь тушь удлиняющая от MAC Zoom Lash. Здесь пинцет MAC Makeup Forever. Все, пусто. Это то, что я использую каждый день для своего ежедневного макияжа. Ну, кроме этого, остальные средства, которые используются в моем ежедневном макияже, они просто могут меняться. Поэтому здесь именно основа та, которую я не меняю. А тут находится воск Вид. Тут у меня все мои бижутерии разные. Видите, такая стоечка, где развешаны и сережечки разные. Вот это вот здесь вот бусы, браслеты. Внизу там тоже всякие украшения, колечки мои. То есть такая удобная стоечка, салфетки. Моя заколка, это ногти стригу дочке своей ножничками для деток, каталог Лерак, моих хэндс-фри гарнитура, так, это не надо, здесь разный уход и чистка кистей, это уход So Nice от Vitality для волос, которые закрывают кутикулы волоса. Здесь это аромат. Это ароматизированное молочко Miss Dior Sherry от Dior. Я очень люблю этот запах. Он такой с блеском, кстати. Это термозащита для волос. Используется перед, там, допустим, если я хочу накрутить волосы или посушить феном, я использую сначала вот эту термозащиту. Она очень хорошая. Фенка такая какая-то дешевая для волос. Я им редко использую. Так, тут у меня тоже уход. Смывка для глаз. Смывка для глаз. Крема. Это как это называется? Для контактных лиц. Для контактных лиц раствор я иногда использую. Это мой новый скраб для каулин. Очень дорогой. Говорят, очень хороший. Попробуем. Это тоник Лера, которым я пользуюсь несколько раз в день. Тут у меня стоит уход за ресницами. Крем еще вот такой Урьяж у меня с большим фильтром, очень хороший. Вот такой крем тонирующий Estée Lauder. Этот крем я не использую. Надо выбросить, кстати, почему он здесь стоит. Ну и здесь спонжик такой. Вот такая, видите, подставочка. Она очень универсальная, в нем много всего влазит. Тут вот отдельные такие вот ячейки, куда можно вставлять небольшие какие-то, да. Вот здесь вот крышечка, тут находятся палочки для ушей, и здесь вот крышечка, здесь находятся ватные диски. Очень удобная штука и очень дешевая. Если кому-то интересно будет, я напишу ответом на комментарий, где я это приобрела. Так, дальше. Вот такой вот туалетный столик. Тут фотографии моей дочки и моего мужа. Какая-то мелочь лежит. Здесь выдвигается ящичек. Тут у меня лежит краска для бровей.
салфетки для снятия макияжа. Это конвертик, недавно приехали новые мои контактные линзы, запасные ватные палочки. Косметичка почти пустая. В ней ничего я не храню, просто так она лежит какие-то часы. Тут у меня крема, всевозможные крема. Очень интересный крем Bioderma с защитой 100. У кого очень сильно реагирует плохо кожа на ультрафиолет, вот этот супер крем с защитой SPF 100. Это крем, это я на море беру, когда кожа сильно сохнет. Какие-то разные пробники, образцы, духи мои, парфумы, да, Hugo Boss, вот, какой-то дешевый Avon, я его не использую. Масочки разные, кремики, вот такие вот. Мой любимый аромат Jean-Paul Gaultier Parler Moi d'Amour. Красота. Антиперспирант. Ну, в общем, всякие крема. Вот это крем очень крутой, это Essence Sauce, это крем, если вы проснулись и у вас все очень плохо с лицом, намазываем, и мы снова как новенький. Крем профессиональный, это салонная косметика Beauty Spa, олигокрем с олигоэлементами для груди. Здесь у меня хранятся либо какие-то запасные, там, да, полные там, салфетки или спонжики, а здесь все для депиляции. И последняя полочка, здесь у меня хранится все для ногтей. Видите, у меня очень мало лаков для ногтей, потому что ногти мои очень болезненные, я стараюсь их не красить, а только ухаживать за ними. Так, вот это то, что у меня, это мой такой, ну, можно сказать, больше уход, да, косметики здесь практически нет. Косметика вся моя находится в одном интересном кейсе. Вот таком. Такой чемоданчик. Написано подделка под Louis Vuitton, видите, буква В, а это как бы В в другую сторону. А вот такой вот кейсик, он кажется маленьким, но в него влазит вся моя косметика, кроме больших палеток. Вот если я его открою, вот здесь мы увидим сверху две полочки. Тут у меня хранятся туши, все для ресниц, там для вот основы под макияж Art Deco, матирующие салфетки Art Deco, пинцетики. Здесь все для губ, палетка для губ Smashbox, Pierre Cardin, разные блески для губ. Здесь открываем, и еще одни полочки вылазят. Здесь у меня палитра теней Art Deco, консилеры, праймеры под макияж. Это разные карандаши для губ, для ресниц, стайлер для бровей, ножнички подрезать, бровки красивенько. И здесь основная косметика. Вот, например, палетки, которые недавно пришли с Coastal Scents. Да, это большая палетка консилеров и палетка оттенков для бровей. Я буду сразу выкладывать отдельно, чтобы потом показать, какое огромное количество вместилось сюда. Это тональный крем от Maybelline. Dream Satin Liquid. Он достаточно плотный, но, ну, и, в принципе, не могу сказать, что он плохой, но он не профессиональный. Дальше тоже от Maybelline купила по совету Вики 3000, моей любимой блогерши, не блогерши, а как сказать, девушка, которая снимает YouTube какие-то видео, 24 часа, ну, он мне, честно говоря, не очень понравился. Smashbox, два тональных крема. Bobbi Brown, увлажняющий бальзам с тонировкой. Пудра Makeup Factory, пудра минеральная Guerlain, Colestar, такой, как вроде хайлайтер, наверное, Bacillol, это как это слово, дезинфекция. И дальше еще очень много разных теней, спонжики, тени такие всякие, какие-то дешевые. Это у меня палетки для губ. Помните, 4 палетки приехала. Вот они в таком мешочке у меня хранятся. Дальше это румяна Smashbox. Кстати, такая вот есть палеточка от Vivienne Sabo. Тоже Вики 3000 делала несколько макияжей. Но не с этой именно палеткой. Другие у нее были расцветки. Но мне это очень-очень-очень-очень нравится. Очень классная. Если интересно, как-нибудь сделаю с ней макияж, покажу, как это красиво. Вот такая палеточка. Две семечки от MAC, черная и белая. Art Deco минеральная. Такое всякое интересное. Бронзер от Isadora. Так, здесь у меня это минеральные теньки. Как одни, так и вторые. Пришли мне оба. О, да, очень хорошая пудра.
Это пудра Клиника, это пудра с SPF-фильтрами, она очень-очень классная, она мне очень нравится. Такая компактная с собой брать. Max Factor, эта пудра тоже очень хорошая, она практически прозрачная. Maybelline, ужасная палетка, я не люблю. Купила, она у меня валяется. Elizabeth Arden, палетка на две теньки, такая тоже интересная. Сейчас покажу. Ой, простите. Вот. Там такие две теньки, одна такой темной морской волны и вторая голубая. Все, пусто. Вот, осталось здесь. И вот здесь, смотрите, какая куча. Вот эта вся куча, она уместилась в мой кейсик. Ну и кроме этого, конечно, у меня еще есть 4 такие большие палетки, которые, ну, сюда не влазят, конечно. Но это именно большие, профессиональные такие палетки. Они, в принципе, каждая из них по площади примерно как этот кейс. Поэтому я их сюда вовнутрь не кладу. А это все вот здесь помещается. Ну, думаю, это все, где хранится моя косметика. Хотя, по большому счету, это еще, наверное, не вся. Ко мне еще много косметики приедет, поскольку я только начинаю, как бы, и даже еще, наверное, не все знаю, что мне надо. А такие основные моменты у меня, конечно же, как видите, есть. Все, всех люблю. Спасибо большое за запрос. Присылайте еще, я с удовольствием буду снимать для вас видео. Всех люблю, пока!